Свежий воздух, солнце, море, музыка и яркие впечатления – вот залог идеального летнего отдыха. Все это жителям и гостям курорта готов в любое время предложить уникальный молл под открытым небом «Мандарин». Концептуально новый подход к шопингу и развлечениям. Прежде всего, у нас создан комплекс безбарьерного пространства. У нас 10 отдельно стоящих зданий, концептуально связанных между собой. У нас большой бич-клаб, мы открываем бассейн, у нас много интересных ресторанов, мы открываем 2 ночных клуба. У нас совершенно потрясающее шоу «Аргонавты» и мультимедийное лазерное шоу. Поэтому я думаю, что и приехав в «Мандарин» с утра, можно здесь найти себе занятие на целый день. Накануне торгово-развлекательный центр «Мандарин» собрал более 1000 человек, устроив грандиозный семейный фестиваль «Мандарин-фест». Атмосферу праздника могли почувствовать и дети, и взрослые. Для гостей работали надувные аттракционы, аниматоры и площадки, где каждый мог продемонстрировать свое художественное мастерство или с помощью аквагрима самому перевоплотиться в сказочных персонажей, а также оставить свой след на специальной бумажной стене. Здесь хорошая обстановка. Все активно ходят, все, не знаю, радуются. Здесь рядом море расположено, очень удобно. Все загорают, отдыхают. Ну, что еще сказать? Классно. Прекрасный праздник, все очень интересно, все бесплатно, очень много разных точек. И рисование, и батуты, и какие-то детские игры. Не скучали и взрослые, гурманы могли принять участие в кулинарном фестивале, а азартные люди попытали удачу в конкурсах и розыгрышах подарочных сертификатов, а также могли получить билеты на посещение шоу «Аргонавты». Приятным дополнением праздника стала вечерняя программа. Сначала гостей разогревала группа «Союз», в исполнении которой прозвучали известные хиты. Затем заряд бодрости подарили хедлайнеры фестиваля – шведский исполнитель «Ола» и диджей «Смэш». Хорошим закреплением праздничного настроения стал красочный салют на пляже «Мандарин». Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.